Ребята, всем привет! Так, сегодня докладываю. 9 ноября. Вчера у нас был выходной. Но я ждал, потому что синоптики сказали, что будут морозы. Пришли морозы. Чуть-чуть снег идет, ночью все подморозило. Смотрите, даже грейдер прошел. Мне сегодня фартит. Передо мной только что прошел грейдер. Разровнял кочечки, грязи нету. Взял с собой сегодня тележку. Сейчас заедем, заберем карету, остатки от кареты, и заедем там еще в лесную деревню. Походим, поищем монет, железо. Что найду, покажу, что не найду, не покажу. Лайки сразу ставим, подписочку и продолжаем смотреть. Мы едем на место. Погнали! Приехал, где карета? Сейчас заберем. Никто не украл запчасти. Нормально. Ва, такой экстрим, на квадроцикле ехать. Дубачок. Это вам не на машине яйца парить. Это же квадроцикл. Гроза дорог, убийца айфонов. Прохладненько. Дороги вообще задубили. Сейчас ехал. Сейчас я забираю железо и переезжаем. Здесь не будем время терять. Сидим там еще на одну деревушку, там пробежимся. Все заледенело, еле оторвал еще. Так, так, так. Ну что, поехали дальше. Здесь не будем задерживаться. О, собаки еду ловят. В лесу охотники. Все, приехал на месте. Легкий завтрак. Сало с луком. Еда настоящих мужчин. Будем ходить вот здесь. В той стороне мы были нынче. Между прочим, здесь машина приезжала. Здесь кто-то после меня уже копал, потому что сейчас по моим следам видел, что на машине кто-то заезжал. Но тут ловить им было нечего после меня. Здесь сейчас походим. Посмотрим, что тут есть. Сейчас я перекушу и начнем. Больше сборов, блин, чем ищем. На этот коп собираешься, собираешься по 2 часа, пока едешь. Только включил металлоискатель, и сразу же первая находка. Часть ложки клеем нету. Нормально. Земля мягкая, между прочим. Она долго здесь вот. Если на поля уходишь, на пашню, моментально сейчас там с ломом только ходить. А здесь можно круглый год копать. Вот под такой слой троевый. Земля не замерзает никогда. Ну, может, зимой, не знаю, зимой мы не копаем. Вот еще такое время, пока снега нету. Соответственно, вот по таким местам можно ездить. Земля всегда мягкая. Фундамент от старой деревни, говорит, дома с подвалом. Кирпидоны там валяются. Хожу вокруг. Железа большого нету, конина попадает. Но я и не снимаю. И монета, походу, судя по звуку, выпала. О, она вся в окисах. Ёкаламана. Ладно, сейчас попробую очистить. Может, что и удастся увидеть. Это крайний дом на деревне. Там уже все, у них поля начинались. Это полушка. Елизаветинская, 1768 год. Сейчас тёр прослеживаться. Отмачивать надо. Все в окисах. Но вензель видно, екатерининский. В плачевном состоянии. Блин, ноги мерзнут, холодно. На месте дома дерево здорово выросло. Видим, где печка стояла. Куча кирпичей. Тут рядышком, ой, тут железо столько. Ходить сложно, походу, советики. Да, советская монета. Десять копеек, 55-й год. Как обычно, чубот. Дороже 100 рублей озвучу, что нет. Не будем цену смотреть. Железяк пока больших не вижу. Машина остановилась там, походили по той стороне. Там еще подвал, но он зарос. Надо весной туда ехать. Чепушник выше меня стоит.
Колокольчик сломанный. Жаль. Хорошая бы находка была. Пока на подвале тут кручусь. Интересная клемма встречается. На ложечках можно отследить историю. Аркпресс. Город Киров. Местная ложечка, не знаю, что за завод. Демократы все разрушили. А вот и богатая железяка. Это трек. Трак. От трактора ДТ-75. Тут когда дом разрушали, гусеницу порвали, походу. Так и бросили. Заберем. Такие железяки нам нужны. В корнях растут, тяжело выкопать. Где-то собачка лает, охотники ходят. Но они стреляют пока. Оружие у них было в домах раньше. Ну-ка, че за гильзач? Кто тут специалист? 87-й калибр, что ли? Вы в курсе, что в царской России оружие свободно продавалось без лицензии, без всего? Сейчас бы вернуть эти времена. Порядок бы в стране быстро настал. Хе-хе. Хожу, неудобно ходить. Между прочим, когда не замерзло все, трава спокойно приминалась катушечкой. Сейчас они задубело, она сырая вся, сейчас задубело, да? Минус стоит, все, даже ногой ее еле ломаешь. Вообще ходить хуже, чем в плюсовую температуру. Невозможно пробить эти ветки. И на этом подвале, смотрите, монитосик. На каждом подвале есть. Только надо искать потихонечку, не спеша. О, это хорошая находка. Полкопейки, 1925 год. И нормальных денег стоят. Не часто попадаются, но бывает, конечно. Но не такая часто монета. Полкопейки. Давайте цену посмотрим. Подвальчик ходить неудобно. Все их завалено. Нашел он под этими, под сучками. Копались здесь тоже товарищи на машине. Фундамент этот пробежали. Полкопейки, 1925 год. Базовая цена 500 рублей. Смотрите, у них копейка 8000, 2 копейки раритет. Так, что нам надо? Вот эту. Медь. Базовая цена 500. Кто-то говорит, что у меня ценник старый. Обновить надо, возможно. Что-то я не заходил, не обновлял. Нормально, сохранчик почистить, порядок привести. В группе выставлю, там у нас раздел товара, есть, заходите. Ссылка в описании, там есть, поищите внизу под видео. Зимой почищу все, все советики выставлю. Может, кому надо. Надо лопату заточить. Что-то корни плохо рубит под корнями. Монитос. Рубил, да рубил, блин. Запыхался весь так. 54-й год, 2 копейки. Ничего интересного. Но все же. Снежок такой идет маленький. Все, наверное, последний выезд. Хотя, может, завтра еще. Но ехать холодно. Все уже не климатит. Планка от медали. Что-то медаль пока не могу найти. Еще тряпочка была, сейчас тряпочку оторвал. Сгнилось. Медалька. За этой крапивы, блин, ходить тяжело. Не пробивает. Не могу положить твердое, замерзла она. Марьяга находочка. Топорик. Такой маленький вообще. Необычно здоровый. Это какой-то специальный для работы. Что-то на железе на ком-то лежал, налипло. В принципе, восстановить можно. Почистить ее.
еще вторую жизнь приобретет. Топоров у нас много. Забираем. Такой миниатюрный топорик. На подвале надо все кручусь. Крапиву ногами топчу. Деревня большая была, толку бегать. Начнешь бегать, ничего не найдешь. Пойду чайку, наверное, попью. Сегодня меня еще без маски не видели. Всем здравствуйте. В лесу тишина стоит. Непривычно так, и ни одной птички, ничего. Все, на зиму у нас все уснули. Чаек пью, сало съел, сало задубело. Хе-ха. Такое я его, как масло сливочное кусал. Пока сижу, думаю, да я вам историю расскажу. Из моей практики кладоискательской. Буду чавкать, не ругайтесь там в комментариях. Ибо чай сладкий, горячо, сопли текут. Было мне неполных 18 лет. Лихие 90-е годы. Со спиртным было тяжело. В Чепецке, Кирово-Чепецк у нас город есть, сделали разливные такие вина. По 35 градусов сахаты. Ну, сахаты, по-моему, был 20 градусов, 18. Уха, гадость, до сих пор помню. И лимонную настойку 35 градусов. Тоже гадость еще та, но молодой. Выпить охота. Пили всякую политуру. С Калякой мы встретились. Вечером в субботу на дискотеку пошли. Время... У нас дискотека начиналась с 9 часов в Олимпийском. Мы в Олимпийском почему-то ходили, к нам не ходили. Мы ходили туда все подраться. Нормальные люди идут на дискотеку танцевать. Мы ходили драться. Если никого не набили или нас не набили, то суббота прошла зря. Дискотека не удалась. Любили мы кулачные бои почему-то. Не знаю почему. Ну, молодо зелено, погулять велено. Ладно, продолжаю. Взяли мы эту бутылочку лимонной настоечки, кто с области, да, наверное, помнит еще ее. 35 градусов. А всегда в деревнях у нас были свои хибары. Ну, где-нибудь на окраине деревни стоит, там в лесочке, да, хибара. Всегда там тусовались, потому что дом культуры постоянно закрыт, а сидеть где-то надо. Построим там себе из досок или кто из бревен везде. В Олимпийском своя хибара была, у нас была хибара. И перед дискотекой, ну и в средней неделе там после школы сидели, отдыхали. Печка стояла всегда там, аккумулятор, свет был нормально, в общем. Весело жили, народ еще набиралось. Пришли мы в эту хибару, там пацаны сидят. Знакомые пацаны, кто с Кирова, кто с этого. Полная хибара сидит народу. Мы такие, здорово, пацаны, здорово. Че, на танцы пойдем, пойдем. Они говорят, на танцы ходят одни засранцы. На дискотеку пойдем. Понятно, пойдем на дискотеку. Ну, говорим, у нас бутылка, давайте разопьем. Мы раньше, я помню, до армии, что не было такого, да, что, например, выпили там на пятерых бутылочку, заело, не хватает, и идем. Такого не было, мы почему-то пили бутылка там на десятерых, выпили, и все. Для поднятия настроения, а не для того, чтобы опьянение было. Ну и время провести. Не было зависимости от алкоголя никакой. Это после армии, вот я думаю. Попробовал, раз, бутылка мало, две мало, три мало. Думаю, да что ты такое, литр уберем все ко мне. Парадокс. А вот да, по юности такого не было. Ну, мы что, на эту бутылку человек наш 7, наверное, там было, распили. Время уже, 10 час, пойдемте, пацаны, опоздаем. На дискотеку. Я первый вышел, Коляка за мной вышел, стоим у хибары, курим, дожидаем всех, когда народ там соберется, выйдет. Никого нету, я говорю, иди-ка к коляках, зови их нафиг, что, говорю, опоздаем мы этим. Он ушел туда, а у нас такой коридорчик был, через коридор проходишь, вокруг хибары ров был выкопан. Через него мост кинут, на этот мост он закрытый весь, типа коридора, и туда заходишь уже в хибару. Такое, ну, как подсобное помещение еще было, две двери. Он выходит, что-то бледный весь, я говорю, что случилось, где все? Он говорит, а там никого нету, а там выходов нет у нас. Окна не было, говорю, вокруг хибары ров был, водой заполнен, здоровый выкопан. Я говорю, как нету? Он говорит, вот так нету. Посидели мы с ним, я зашел, точно никого нету. А точно знаю, что человек 7 было, приходили когда. Все исчезли. Постояли, постояли, подумали, что случилось. Ну, что там будет? Бутылку лимонной на двоих выпили. Ну, нам-то казалось, что там много народу, мы им еще наливали. Парадокс. Постояли, что? Глаза им похлопали, объяснить не смогли, что произошло, кто-то был и почему с нами так. А ладно, галлюцинация, но мы же вдвоем это видели, все. Сидели с ними, выпивали. Решили, что это духи леса. С нами бухали. Ха-ха. Что, дискотеку пошли.
Вот такой случай был и до сих пор, когда вот я его вижу, вспоминаю, он говорит, не знаю, что это было. Нечистое, в общем. Ладно, чаек допиваю, пойду я. Заболтался. Еще походим. Время второй час. Часа полтора еще. Я даже тут два двора всего обошел. Можно крутиться, крутиться. Хотел туда сходить. Там побогаче, та сторона. Здесь позеленее пристраивалось. Хотя, вот этот дом, который, да, заросший. Там есть лизаветинские, екатеринские деньги. Ну, он зарос, надо весной сюда стартануть. Ладно, погнали дальше. Железячки, черное золото, ребята. Между прочим, у кого там, например, кто в Сибири живет или еще где-то. Если нету, да, монет. Ну, многие пишут, что у нас места не старые, вообще нету. Ну, колхозы везде были. Покупайте металлоискатель, идите в МД регион, покупайте и собирайте железо. 15 тысяч рублей тонна. Да? И будет дорожать, держать, скажем, годом у нас дорожают. У нас в Олимпийской приемнике ездок. Собирайте железо, никто вам слова не скажет. Ну, кроме собственников земли, соответственно. Ну, там дому ли ему дадите. Думаю, ничего страшного, не возражать не будут. И занимайтесь металлом. Металла много в земле лежит, советских времен. О, полно. Зашел в тополя. Снежок идет небольшой. Монитос у меня упал. Где? А вот. Вот он. Рядом с чьей-то ямой. Думал, пробку кто-то опять выкинул. А я их обычно собираю, пробки. За всеми. 3 копейки, 55-й год. 20 рублей. Нифига не стоит. Керамика. Ну, приходится только по таким местам лазить. Трава вообще дубовая, как проволока. Замерзло все. Троечок. Рядом копеечка. Кто-то потерял. 40-й год. О-хо-хо. Вот это поинтереснее уже. 55-й. Копендос. Нормально. Что-то царей мало. Не там где-то ходим, а по-другому не походить нигде. Нифига не стоит. 50 рублей. 40-й год. Ну ладно, все равно находочка. Берем. Как время летит на копе. Блин, уже третий час, а стемнать будет. Ах, такое ощущение, как будто только начал. Монитос у меня по звуку царский. Под черемухой. Че-то, да, копендос, походу. Ага, сейчас я его оттеру. И посмотрим. Интересно. Там вот банька стояла, где елочки. Печки, кирпичи навалены, а вот здесь дом. Его сгребли тракторами вот здесь в куче. Копеечка, 1911 год. Базовая цена 30 центов. Ничего интересного. Ничего, сохранчик нормальный. В порядок привести. Одна копейка написана, медно-российская монета. Раньше деньги красивые были. Не то, что сейчас. Кубрики, блин. Рядом еще сигнал. GoPro не взял, блин? Квадроцикле. $25-26. А вот здесь копеечка лежала. Сейчас выкопаю, покажу. Копнул, она улетела еще. Искал, да искал. Маленькая-маленькая монетка. А, это одна вторая Николая II. Судя по вензелю. Или одна четвертая. Нет, это на. Да, одна четвертая, наверное. Может, одна вторая. Сейчас помою. Порядок приведу, посмотрим. Год. Это у нас одна вторая копейки. 1899 год. $1 стоит. Ага, багазовый. Телевизор. Тер, да тер ее. Надо отмачивать. Одна вторая копейки. Николай II.
Охо-хо. Цари. Ну, в порядок привести нормально будет. Профиль хорошо видно. Надо эту кучу раскопать, не дом. Гребли. Находок много будет. Еще монитос. Судя по звуку, советский. Так, что у нас, 20 копеек. 56-й год, почему-то 56-й год постоянно выпадает. Разволокли трактором. Разровняли эту деревню. Неперспективные деревни сносили в хрущевские времена. Готово, рассказываю. По железу. Ого-го. Нормалек. Железо нормально. Смотрите, пацаны. У Эквинокса. Ха! Даже не заметил, где-то отломил. Держатель от пауэрбанка. В общем, какие выводы? Эквинокс не любит. Ну, пластик у Эквинокса не приспособлен к морозам. Имейте в виду. Смотрите. Че, фокусироваться, не? Отломил, даже не заметил, где. Не знаю, продаются ли такие запчасти. И нужен ли эта запчасть мне. Надо подумать на досуге. В общем, имейте в виду, пластик осторожно. Хрупкий в морозы, когда замерзает. Даже не заметил, когда я отломил. Сейчас только поставил и все. Так, по монетам что? Монеты есть, как видим, даже в таких суровых условиях. Цари всякие, шлепендрусины. Полкопеечки нормально тут, да, Николашка. Хорошо, хорошо. Квандранцик. Гроза дорог, убийца айфонов. Замерз. Отмыл его весь. Сейчас, смотрите, одно удовольствие ездить. По морозу. Ни грязи, ничего. Весной раз его обслужил, разобрал, масло поменял. Надо мне еще, наверное, стартер поменять, новый купил. Что-то тяжело масло почистить, его разобрать потом. Итак, делаем выводы. Я вот так шапочку ношу, чтобы наушники слышно было. Если закрываю, чтобы ухо слышно. Металлоискатель сломал, чермета набрал. Квандранцик радует. Поеду сейчас, темнеет у нас. Шлем у меня забрало на купить, все забываю. Светлый, темно, плохо видно. Поедешь. А сейчас его не откроешь, холодно. Нормально, я не знаю, наверное, последний выезд это. У меня там, конечно, есть одна тема интересная. На железную дорогу одну пробить. Посмотреть, есть ли там накладки и рельсы. Я тут ехал к Диме в Аговщину. И смотрю, трелевочник по старой железной дороге гнали. Дорогу разровняли, и можно походить. Пока не замерзло. Не знаю, может завтра сгоняю. Если снег не выпадет. Ладно. Лайки, комментарии пишем. А мы продолжаем снимать, радоваться с новыми видами. Когда сезон закончу, я вас предупредю. И начнем архивный материал выкладывать. Всем пока, удачи. Увидимся.